Такую другую вообще пробуешь. Да. Я еще смотрел, какие-то они сине-фиолетовые еще, ну, на судака они ловят. Ну, может, такая нужна ему. Это знает только он. Странно, что-то моторок нет. Странно, говорю, моторок что-то нет. Да не, в среду приехал, блин, только сверка, ну точнее, только этот, солнце поднималось. Блин, уже одна прошла, вторая прошла. Тот дед, который, помнишь, мимо нас пролетел, блин? На моторе таком, в этом. Он тут что-то пролетел. Да, наверное, с того же места, да, где плюс-минус? Ну, да, ну, вот эта вот вторая поклевка была на цвет, который я вчера придумал. Если что, это ультрафиолет, то мне, блин, нравится. У тебя каждый день новые цвета? Да нет, вчера ты... Хорошо, поэкспериментируй. Залил. Вон там на той стороне сейчас еще один, вот он. И такой, кстати, приличный, большой. О, ну хоть, смотри, коряжник какой. Мелко смотри. Аккуратно. Сразу? Ага. Тык-тык. Ты достаточно такая. Не похож, что мелко кого-то окунули или что-то такое. О, блядь. Что, щука? Достанешь сам? Или пацак? Пацак. Я уже понял, начал выматывать. Я заснял, тебя скину. Сейчас попробую так, на проводку. На равномерно? Да я его выматывать начал. Я на сел. Ну, поэтому не просеклась, наверное. Возможно. Грамм 700-800. Ну, да, да. Опять.
гектар? Не, поменьше. Та больше была. Прямо из-за этого. Из-под одного, блин, какого-то второго пучка. Ну, блин, он такой. Такой щучий прям вообще. Заход. И там он, блин. А, он соединяется даже. Так уже грамм 700 миллиметров, да? Ну да. Ну вот это, бля, более-менее джигует. Ну ты же вся вдоль травы, наверное. Ну да, на то, что у тебя стоит. Вот я цвет придумал, вообще бомбезно. Вась, благодарю. Пошла, а я обратно в траву. Да, она ложится сразу, наверное, полметра. Наверное. И трава, походу. Ну да, что-то сразу, блин, что-то цепляется. Да. Да вон, смотри, вон песок, вон видно. Да, так. Так, ладно, ставлю твою приманку. Давно пора. Это Х2, да? Х2. А, ну, ну Х. Блин, опять начал выматывать. Блин, ну маленькая, но пойдет. Тихо, тихо. Все, отпускай. Так, а ну хвост, ладно, выпел. Туда. Бля, пиявок сколько? Стоит, что ли? В траве все. Ну что, я быстрее камеру. Включил. О! Я не знаю. Я фиг узнаю, что там. Не, это окунь, блин. Окунь, я ж охренел, думал, а что там так дает-то? Бля, хороший окунюк-то. Может. Окунёк есть. Окунь-то можно сидеть, дрочить. Че, нормально что-то? Не мелочь, далеко не мелочь, блядь, ищу, что попрёшь, назад в зубы. Короче, либо окунь, либо что-то. Сюда, ну не щупай, не щупай. Ой, этот мужик вернулся, наверное, на обед съездил. Он же утром, он же был. Че, ребят. Как он все вспомнил. Так, блин. Пизда. Так возьмешь. Килошница. Ой, блядь. Блин, раскладывается-то, блин. Тут упарился. Давай такую.
Она мне даже на падении я почувствовал, ударил. Догонял. Выскочил и вот. Да пойдет. Таких таскать нормально. О. Ух ты, что-то неплохое. Или мне кажется. Не, нормально. Да блин. Поклевка? Окунева. Такой вот в этом месте, блин, окуней вот до хрена стоит. На каждой проводке что-то долбит. Или мне просто кажется. Мне что-то не кажется. Наверное, пока в траву завел. А я думал, что крупный. Тут ух и резко обмякло. Я думал, обрезал нахрен. Так, что мне удалось сегодня целый день поймать? Немного окуньков. Ну, ладно. Ну, блин, было много мелочи. В общем, отпустили. Это взял на складочке. Все. Что-то может отпустить и все. Да, можно, в принципе.